Хочется еще отметить в части таких злободневных тем, то есть депутаты выезжали с контролем, проводили мероприятия по нестационарной торговле. И там мы выявляли торговлю, связанную со спиртсодержащей, а также торговлю снюсами, так называемыми. И депутатский корпус обращался к нашим коллегам в законодательное собрание о том, чтобы данные виды торговли были урегулированы законодательно. И вот это тоже, ну, наверное, повлияло в том числе и наша инициатива, наш голос городских депутатов повлиял на принятие закона на федеральном краевом уровне. Также мы обращались в законодательное собрание с инициативой об объединении категорий «Дети войны» и «Дети погибших защитников Отечества» в прошлом году. И эта инициатива наших депутатов была также поддержана в законодательном собрании. Сейчас этой категории выплачивается также, ну, определенная материальная поддержка.